Мы провели исследование, мы покупаем, идем в магазин, покупаем бутилированную воду и исследуем ее на наличие микронесетов. Обнаружили грибы, я снова покажу, вот покажу потом этот слайдик, покажу, какая вода была, и обнаружили, и там и пенициллы, и там и аспергилы обнаруживали, и альтернарии, темно окрашенные виды грибов. Бутилированная вода, конечно, если вы ежедневно покупаете одну и ту же серию воды, и она инфицирована микромицетами, это один вариант. А другой, когда у вас в квартире на кранах есть эта вода. Мы проводили исследования в течение года в одних и тех же квартирах и изучили спектр микромицетов, которые находятся на кране. Поэтому, когда человек открывает воду, желательно, несмотря на то, что мы такие бедные и у нас очень высокие тарифы на воду, но все-таки спустить какое-то время, в течение там, хотя бы 3 минут, спустить эту воду.